Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». На ЦКАД завершено возведение каркаса здания центрального пункта управления дорогой. Как сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор», кроме возведения несущих конструкций, завершены также работы по строительству цокольного второго и третьего этажа здания. В сообщении говорится, что кровлю и стены планируется завершить в марте. В пресс-службе уточнили, что площадка ЦПУ расположена рядом с трассой М8 Холмогоры и автодорогой А107. Отмечается, что именно здесь будет аккумулироваться информация о всех проездах по ЦКАД в рамках новой системы взимания платы без шлагбаумов «Свободный поток». Так, автомобили проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда без остановок. При этом идентификация транспортера происходит автоматически. Также автоматически осуществляется фиксация номерных знаков и измеряются габариты автомобилей, пояснили в пресс-службе. Вся информация передается в центральный пункт управления, где проходит обработку, после чего автоматически производится расчет и списание с лицевого счета автовладельца платы за проезд. На этом у меня пока все. Больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. До скорого!